Вчера командующий ночью приехал. Командующий роты приехал. Какой рот-то? Округом. Он приехал из бани. Ему вопросы там задали, у кого окончание контракта. Тебе, у меня спрашивают, тебе, говорит, сколько осталось до конца контракта? Я говорю, 20 копейками дней. Он, ну вот тебе 20 дней, говорит, чтобы сдохнуть здесь. Он что, охуел? Ну вот так, и потом все в отказ пошли, нахуй, вперед и ехать на передок, ебашиться. Ну это вообще бред уже, у нас от БТГР, от 600 человек у нас 215 осталось. Остальные 300 и 200. Я он на балансе. Он чёрки ёбнутый. Ну все, у нас батарея практически вся в отказ пошла, ебать. Он начал стволом махать, стрелять, нахуй. Я говорю, вас завалю, если вы, нахуй, не поедете туда, ебать. И все, тут пацаненок, иди, говорит, вали, ебать, гранату. Чеку выдернул, говорит, ну давай застрели, говорит, меня вместе, говорит, подорвемся, хуй. Все. Там и очень спецназеры на нас тоже стволами тыкать начали, хуй. Мы на них стволами, короче, чуть не перестрелялись, нахуй. Он свой бобик, нахуй, сел, уехал. Нахуй надо, езжай домой, давай. Ну вот я тоже так же думаю, ебать. После лишних слов я что-то вообще тут не хочу оставаться, нахуй. Тебе, говорит, 20 дней. А как у него фамилия? Солодчук. Генерал-полковник. Солодчук? Солодчук. Генерал-полковник. Он что, охуел, что ли, ваш? Солодчук, Волочук. А ну не может наша уже бригада нихуя взять, потому что, ебать, пиздец, тут уже нихуя не осталось, ебать, все пораздолбили уже, нас ни личного состава, нихуя уже нет, бля, пиздец, у нас штатный один командир орудия остался, у нас два орудия всего осталось, из 12, нахуй, все порасхуярили, ебать, а он, нахуй, из 12 машин сейчас, которые могут ехать, ебать, всего 3.